Ладно, там далеко идти, набережная, поэтому мы возвращаемся обратно с целью посмотреть собор, который был сегодня закрыт. Да. Надо вбить его, посмотреть. Название. Сюда по этой улице пойдем, да? Ну да. А еще на переход можно идти. Естественно, себя любимого немножко поснимать. А что, не поверят, как? Да. Не твои записи, не поверят. Ветер растрепывает волосы. На набережной прохладно, в городе потеплее. Это что, католики или протестанты? Я так лично никогда не разбираюсь. Ирина особо золота нету. Вот такой цвет другой. А у нас. Что, пойдем? Да, кто еще скажет? Ну да. Ну как бы служба идет, так некрасиво. Я-то думал, я снимаю, зашел. Там мне хорошо говорили, я ничего не снимаю, оказывается. Я потом, если что, это перекину видео. Я тут и про часы что-то говорил и не знаю, что наговорил. Вот это классно. Еще раз сниму на всякий случай, чтобы это, ну, красиво просто все это сделано. Снимал. Так, какой-то кабель торчит из этого. Чтоб не посеять-то. Так, сюда, да? Я просто думаю, Алексей, можешь мне сфоткать, да? Да. Даже можно сказать в комментариях к видео. Идешь. Бац, и Национальный банк Бельгии с мужиком на коне. Леопольд II. Наверное, какой-то император, блядь. Да, кто знает, пишите. Да, кто знает, пишите в комментариях, правильно. Красивая картинка здесь получается. Сейчас пойдем куда идти? Прямо? Или туда? Так. Так, вот мы что? Так, мы Леопольда. Надо выбрать правильное направление. Ну, наверное. Пешеходной дорожки. Ой, надо идти. Даже в куполе сколько всяких интересных бойниц такие маленькие. Можно же было гладкий сделать. А взяли, сделали для чего-то. Может, проветривалось. Снова в решеточках. Старая архитектура, не просто вот эти кубы стоят такие страшные, такие постсовковые, а нормально все.
О, старый трамвай. Реклама майонеза. Почему? На другой стороне майонез. Тут главное, чтобы велосипедисты не сбили. Зеленый? Да. В наушниках опасно. Да. Это что? Это, наверное, что-то Первой мировой связано. Да, и второй, и первой. У них, кстати, и в этом было так же. В Ливерпуле-то? Да, в Ливерпуле также тоже. И второй мировой. А, там то есть совместно было, скомбинировано, да? 40-го у них написано. Нет, 14-й, 18-й. И 40-й. 40-й, 45-й. Ну, когда вступили? А там 39. Ну, они вступили просто. Тоже, по сути дела, все правильно. Снимаюсь такси заодно. Динамический. Динамичном, да. Динамическом ракурсе. Сейчас у Тарота совсем АТАС еще больше стало. Все спросите, во сколько закрываются магазины сегодня, вот эти крупные? How usually shops are working from till? From 10 till 6:30. 6:30, 18:30, yeah? Yeah. Today. Every day. Every day, yeah? Yeah, behalf Sunday. Okay, tomorrow. Sunday, yeah, tomorrow they are closed. Ah, closed, okay. Чего, во сколько? Завтра закрыто, а так с 10 до 18:30 обычно. Все закрыты, да? Да, да, да. But yeah. Now is vacation, maybe they are open, maybe not. No, okay. Ввиду отпусков может открыто, может закрыто, кому как. Не, просто по барфилу то. Ага. Чего машина что-то глохнет или он что как делает-то? Странно, да? Гибрид. А. Останавливается. Надо будет потом спросить, кто понимает, почему двигатель глохнет. Да, камбром, он гибрид. Я, как бы, честно говоря, не разбираюсь. Неужели экономить? Так экономить-то вы уже. Ну, это на плохо. На одном заводе только, когда заводишь, тоже жгется.
Черпак стоит. Интересно, рабочий? Это древний. Не рабочий, а нет, наверное, уже памятник. Все такой же и земснаряд. Такой весь уже, да. Зачеханный. Да, магазин, наверное, не успеем. Ну ладно. Ну здесь уже, да, все. Какое-то здание под старинное, и какое стеклянная инсталляция у меня такая. Да, вообще какой-то гибрид странный. Ага. А, мы мимо него и проезжали, получается. Да, сейчас нам налево надо. Вместе с скомбинированной и оперой. Да, да.